А сейчас позвольте мне привести записанное одним из современников рассуждение Сергея Есенина по адресу некоторых литературных псевдознатоков. И мне кажется, это рассуждение злободневные сегодня, потому что ведь многие считают, что стихи могут писать все. И вот что по этому поводу говорил Сергей Есенин, что вот все эти псевдознатоки думают так примерно. Вот рифма, вот размер, вот образ, и дело в шляпе, ты уже мастер, черта лысого, мастер, а ты сумей улыбнуться в стихе, снять шляпу, сесть, вот тогда ты мастер. Николай Абушенко может посмеяться в сказке, может улыбнуться в стихотворении и делает это мастерски, как, например, в стихотворении «Несостоявшееся свидание», которое тоже стало песней. «Несостоявшееся свидание. Ты назначила свидание возле Омки на мосту. Я пришел туда заранее, прошагав почти версту. Час проходит, два проходит, и уже терпения нет. Вон уж солнышко заходит, а тебя простыл и след. Не могу найти причину, что-то надо предпринять. Грех влюбленного мужчину без внимания оставлять. Где ты, счастье мое, ходишь? Сердце рвется из груди. Ты за что меня изводишь? Я прошу тебя, приди. В небе звезды засверкали, месяц стал над головой. Ты придешь теперь едва ли? Да и мне пора домой. Ну а кто не знает сказок? Сказки сопровождают человека с детства. Сказка – это народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных фантастических сил. И если учесть то, в какое фантастическое время мы с вами живем, то автор, конечно же, не смог остаться равнодушным ко всем тем событиям, которые происходят в нашей стране, в нашей жизни. И, конечно же, он сочиняет сказки. А прекрасное знание всех проблем, близость к фольклору, к народному быту, привело Николая Владимировича к такому сложному жанру, как басня. Ведь не каждому автору дан такой дар сочинить басню. Ведь басня – это иносказательный, нравоучительный рассказ, где требуется вымысел, выдумка. По мнению многих читателей, это мы знаем наверняка, именно вот эта струнка творчества Николая Владимировича наиболее, самое интересное. Басня. Ну так получилось, я написал одну, вторую, третью. Понравилось. Стал писать дальше. Получилось много басен. То есть эти басни, они отражали то время, в котором я жил. То есть то мое настроение, то мое видение жизни. И все это входило, конечно, в эти басни. Каждая басня, она отражает что-то. Я вам прочту басни разных времен, и вы поймете, в какое время была написана эта басня. Переполох. В свинарнике был к ночи шум поднят. Кричали все, от кабанов до поросят. К утру примкнули куры, утки, шум во дворе поднялся жуткий. Заржали лошади, коровы замычали, потом еще собаки лаять стали. Такая поднялась неразбериха, и вдруг к обеду стало тихо. И только после стало ясно, что шум был поднят не напрасно. Свиней с утра не покормили, об утках, курицах забыли. По той причине кони ржали, коровам сена не давали. Собаки лаяли от злости, с утра не видя даже кости. А крики почему пропали? Им дали то, за что кричали. Не вовремя их люди накормили, но сено евшись, о беде забыли. Вот так и у людей порой бывает. Крик от чего-то возникает, а наверху порой не ясно, что он был поднят, не напрасно. Мораль вернее не подобрать. Чтобы вовсе шума избежать и хорошо, спокойно жить, всех надо вовремя кормить.
партийный форум. Был форум партии всех, какие есть, а их в России, право же, не счесть. Солиднее всех смотрелись демократы, заполнив верхние и нижние палаты. Такие партии, как «Яблоко» и «Пиво», уж если молвить справедливо, сидели где-то низко, незаметно. Одно на этом форуме приметно – кто ниже, а кто выше, безразлично, вели себя достойно и прилично. До той поры, пока уже всерьез о власти не поставили вопрос. Тут сразу началось волнение, у каждой партии свое предположение. И, как всегда, нахлынули дебаты, зашевелились дружно демократы, запенилось и заиграло пиво, всем обещая жить красиво, переходя приличие барьер, рукоприкладством занялся ЛДПР. А яблоко на этой карусели чуть под шумок совсем не съели. К чему весь этот крик и кутерьма? Ведь дело требует не спора, а ума. Любая власть тогда для всех в угоду, когда стране на пользу и народу. Тот же самый форум, только звериный. В лесу на форум звери собрались, чтобы решить давнишнюю проблему. Президиум, где волк, лиса и рысь, поставлен всем волнующей темой. А дело в том, что лес для всех один, и каждый в нем хозяин и владыка. Медведь имеет 10 десятин, а заяц часть куста, и то лишь для притыка. «Пора с несправедливостью кончать!» — кричал енот с 6-го микрофона. «Где власть лесная? Где у нас печать? Не хищники, так значит, вне закона. Нам тоже территория нужна, где жить могли бы семьей единой. Неужто наша просьба так сложна, что нужен референдум все зверины?» В лесу галдеж бурлил до темноты. К утру все стихли, не решив вопроса. Хоть накричались аж до хрипоты, иные, извините, до поноса. Мораль тут к месту вряд ли подойдет. Они же звери, посудите сами. В лесу не видно, кто кого грызет. К тому же над всем медведь хозяин. А это одно из самых первых моих басен, можно сказать, даже первая басня. «Доверие с замком». Пес охранял хозяйский дом и получал за это кости, совсем не ведая о том, что зря из кожи лез от злости. Псу было видно не в домер, зачем же на дверях замок, что службы верно нес он, знали, но двери все же запирали. Мораль осмелил и намек, зачем доверию замок. Еще одна басня. Ну, тоже написано, вот как я говорил, по настроению, по тому настроению, которое было. А у нас в искусстве, вы знаете, люди, которые руководят искусством, были не всегда к этому очень подходящие. Вот, но ставили их, и они служили, работали, но вот как? Несостоявшийся концерт. Осла поставили в оркестр дирижером, доверили к тому же руководство хором. Но разбирался в музыке он так, как в апельсинах здешних рек. И как копытом он не махал, не суетился, от музыкантов звука не добился. А хор вообще петь отказался, поскольку дирижер не в такт махался. Концерт был сорван, зритель негодует, на то осел и в ус не дует. Хвостом и тем не шелохнет, он указаний сверху ждет. Когда от этого позора опять получит место дирижер. Мораль нужна, а может без морали, иным подумать не пора ли, кому давать посты лишь для чинов и назначать на них ослов. Ну и последняя басня «Волчья мораль».
Волк зайчика в кустарнике поймал и сразу стал ругать косого. Ты почему так худ и мал? Рассчитывал я, право, на другого. Шатайся без дела меж кустов, чтоб не гулять тебе по роще. Глядишь, набрался бы жирок, смотреть противно на такие мощи. Еще застрянешь в пасти меж зубов, а после выковыривать придется. При худобе такой не навряд ли ты здоров, и чем закуска после обернется. Уж лучше впрямь тобой не рисковать и с миром отпустить на волю. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ну нет, так нет тебя и не неволи. Беги, резвись и будь здоров. Сегодня я разборчив что-то. Нет аппетита после двух коров. Того гляди, возьмет и года. Но я ведь бегал за тобой, а это все-таки работа. Поэтому прошу, смирись с судьбой. Тебя я съем, хоть вовсе неохота. Задуматься над этим время есть, и смысл усвоить не пора ли? Коль захотел кого-то съесть, так ешь и не читай при том морали. Как сонная вода. Стихи должны взрывать запруды. Не рифмы, рифы им нужны. Поэзия рождает чудо и ощущение новизны. В блоке «Стихи обо всем» Николай Владимирович включил те стихи, написание которых послужило то или иное событие. Встреча с друзьями, коллегами, общение с природой, какие-то события, которые произошли в стране, общение, конечно же, с детьми и с внучкой. Вот такое стихотворение памяти Петра Анфиногентова Николай Владимирович посвятил памяти рано ушедшего Петра Ивановича Анфиногентова, которому Николай Владимирович благодарен за то, что в свое время, в начале 80-х годов, да, Николай Владимирович, Петр Иванович поддержал Николая Владимировича и помог ему поверить в его, в свои, Николая Владимировича, творческие силы. И благодаря, может быть, даже Петру Ивановичу, Николай Владимирович стал творить. Вот это стихотворение. Звезда поэта не погасла, она горит в сердцах людей. Она огромна и прекрасна неповторимостью своей. В его стихах любовь к народу, к родному городу, к жене. Он оценить умел свободу, а заточение вдвойне. И много в жизни пережито. В душе спокойных мало мест, а он обо всем писал открыто, за что и нес свой тяжкий крест. Но память наша долговечна, пускай еще пройдут года, любовь к поэту бесконечна, он с нами рядом навсегда. Конечно, Николай Владимирович остро реагирует на все то, что происходит в нашей стране. И какой болью все эти переживания отзываются, откликаются в его стихах. Еще один в Чечне убит. Спокойно диктор говорит. Убийство сделалось привычным, не чрезвычайным, а обычным. Как объявление о погоде, как о предметном обиходе, звучат рекламные слова. Притихла скорбная молва. Забыты громкие протесты, смирились матери, невесты с потерей близких и родных. Растет количество глухих, слепых и просто равнодушных. Отряд правителей бездушных волнует свой престиж и власть. Тому стремление и страсть, и беспредельная забота. Вот основная их работа. Одно понятно, без сомнения, такое адское терпение имеет только наш народ. Все перетерпит и вперед. Опять идут на бой солдаты, опять ненужные утраты. Когда ж беда закончит пир? Когда в России будет мир?
ряд стихотворений Николай Владимирович, конечно же, посвятил природе. Зимний сад совсем не весел, утонул в серебряной волне, ветви обнаженные и развесил, словно руки тянутся ко мне. Я своим теплом их обогрею, раскидаю снежные валы. Жаль, что оживить их не умею до весенней радостной поры. А она совсем не за горами, с птичьим звоном к нам уже спешит, яркими и теплыми лучами все сады и парки оживит. Снова сад покроет белизною, но теперь своей, уже не той, как невесты станут под фатою яблони, цветущие весной. Ну вот такое детское стихотворение Николай Владимирович, наверное, посвятил своей внучке, непослушный котенок. Согласен. Да, на нашем празднике книги внучка Николая Владимировича читала это стихотворение. Непослушный наш котенок, он во двор бежит с просонок, неумытый и лохматый, но зато такой усатый, что и усы его видны с непричесанной спины. Он еще и шалунишка, пропищала тихо мышка. Он тебя не хоронимся, от тебя не хоронимся, потому что не боимся. Я вас, серый, не слышу, мне бы только влезть на крышу. Но тогда уж берегись, все и по норам разбежитесь, только длинные хвосты ваши вижу с высоты. Заскочил на подоконник наш усатенький разбойник, но до крыши не добрался и в бочонке искупался. Не ходи во двор, котенок, не буди мышей с просонок, посиди и успокойся, лапкой беленькой умойся. Это наш тебе совет и большой-большой привет. Конечно, все стихи сегодня на вечере прочитать невозможно, но вы уже поняли, наверное, тематику стихов Николая Владимировича. И если возьмете в руки вот эту книгу, пробежитесь по содержанию, перелистаете страницы и найдете то стихотворение, которое вам будет по душе. И, конечно, Николай Владимирович посвятил несколько своих стихотворений родине России. «Не мыслю себя без России, где все мы большая семья, но ты не полна без Сибири, в ней жизнь и надежда моя». Это прозвучали слова из теперь уже песни «Не мыслю себя без России», потому что не один год Николая Владимировича связывает творческая дружба с ансамблем «Сударушки». В репертуаре этого коллектива несколько песен Николая Владимировича, и вот одна из них «Не мыслю себя без России». Музыку написала руководитель ансамбля Элла Мартыновна Гессель. Не мыслю себя без России, где все
Мировосприятие любого человека, тем более поэта, связано с природой. Именно через нее мы постигаем сложность бытия и жизни собственной души. В России, наверное, не было ни одного поэта, который бы не обращался к образу белоствольной березки. У Николая Агушенко она символ русской красоты. Стихотворение «Береза» лирично, полно нежности и поэтической свежести. Оно просто не могло не стать песней. Музыка и аранжировка Виктора Хомякова, стихи Николая Агушенко. «Береза» поет вокальный ансамбль преподавателей Калачинской детской музыкальной школы.